наш возлюбленный брат и сестры. Тима мог бы рассказать при самой интересной чистоментильная машина L4 HTV 2V. Производство Смелянского машиностроительного завода, выроблено в Украине. Машина оснащена основанием. Она закатывается тяжа. Есть подъемная траверса. И у машины есть две скорости. И таким образом у нас есть возможность подъема траверсы, опускания траверсы. Также у нас есть возможность программирования первой программы, второй программы, изменение времени программы. И таким образом машиной можно управлять и месить две скорости. Выбираем низкую, и машина работает. Нажимаем стоп, машина не работает. Всех благ.